Вот так вот мы сделали, чтобы не протиралась резинкой. Наклеили вот такую бронировочную пленку. Вот, потому что вот этой резиночкой, когда закрываешь двери, вот тут вот протирается. Вот здесь. И получаются жуки потом. Вот на стоечке сверху мы тоже вот здесь грунтовали. Зачищали. А сейчас обклеили, подкрасили. И обклеили вот такой вот полосочкой. Вот. И получился у нас вот такой ништячок. Вот как это выглядит с улицы. Почти ее и нету.